Всем привет! С вами Лима Мьюзик. В этом уроке я покажу, как играть на пианино очень красивую и очень популярную песню The Final Countdown. Мое простое обучение по нотам идеально подойдет для начинающих. Вначале я сыграю эту красивую песню полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. В этом уроке мы научимся играть главную тему этой красивой песни. Полный урок на это произведение вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Там уже опубликовано 220 уроков, и каждую неделю я добавляю новые видео. Получить доступ ко всем урокам и поддержать мой канал вы можете по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Сейчас будем учить первый кусочек этой красивой песни. Рассматриваем отдельно правую руку. Это верхняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. У нас записана нота до второй октавы, но в ключевых знаках указан до диез. Поэтому всегда вместо до мы будем играть черную клавишу до диез. Дальше у нас си. Обратно до диез. Затем фа. Но в ключевых знаках у нас опять же фа диез, поэтому вместо фа играем черную клавишу фа диез. Дальше мы сделали паузу, играем ре, до диез. Еще раз повторяем ре, до диез, си. Сейчас еще раз повторю, что у нас получилось в правой руке. Это до диез, си, до диез, фа диез. Ре, до диез, ре, до диез, си. И сейчас сразу покажу, какими пальцами играется мелодия в правой руке. Все пальцы у нас записаны в виде цифр над каждой нотой. Начинаем мы с третьего пальца, с до диез. Вторым си, третьим до диез, первым фа диез. Сняли руку, затем четвертым на ре. Третьим на до диез, опять четвертым на ре. Третьим на до диез и вторым на си. И сейчас показываю ритм в правой руке. Первые две ноты у нас 16-е, они играются максимально быстро. Это будут самые быстрые ноты в данном уроке. И эти две быстрые ноты стремятся к третьей. Вот так. Раз, два, три. То есть мы стремимся к третьей, к четверти, и на ней делаем остановку. И на следующей четверти тоже остановку. И я сразу советую вам запомнить вот эту ритмическую структуру, когда мы считаем раз, два, три и стремимся к третьей. Всегда две шестнадцатые быстрые будут идти к третьей. И обычно по нотам это всегда первая нота, потом какая-то ниже нота и обратно первая нота. То есть мы как бы играем вниз и обратно. И потом доиграли фа диез. Дальше у нас такой же самый ритм от ноты ре. У нас ре до диез, это 16-е, две быстрые ноты, которые стремятся к третьей.
Раз, два, три. Мы опять сыграли ре, до, диез, ре. Стремимся к ре. Но ре у нас уже не четверть, поэтому мы не делаем такую длинную остановку, а продолжаем играть до, диез, си. То есть вот эти ре, до, диез, это восьмые, поэтому они как бы играются чуть-чуть с движением. Ре, до, диез, си. Только на си делаем остановку. Сейчас еще раз повторю вот эту ритмическую структуру от ре. Мы посчитали так. Раз, два, три и продолжили. Четыре, пять. То есть из пяти последних нот вы должны сыграть быстро только первые две. Раз, два, три, четыре, пять. И на пятой остановиться. И сейчас сыграю, что у нас получилось в правой руке. Теперь учим левую для первого кусочка. Это нижняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. В левой мы всегда будем играть октавами. Мы находим одну ноту, это фа диез малой октавы. Это верхняя нота, а под ней идет такая же фа диез, только на октаву ниже. По такому принципу у нас будет строиться вся левая рука. То есть у нас всегда верхняя и нижняя ноты будут одинаковые. Это у нас октавы. Мы нашли октаву фа диез. А также у нас дальше идет октава ре. Нашли ре и такую же ре на октаву ниже. Нажимаем вместе. И все вот эти октавы в левой руке мы будем играть одинаковыми пальцами. Это всегда будет первый палец на верхней ноте и пятый палец на нижней. То есть первый, пятый. У нас в левой получилось просто две октавы. Это октава фа диез и октава ре. Сейчас соединяем правую и левую в первом кусочке. У нас руки будут играть по очереди. Вначале октава фа диез в левой. Мы сразу не играем правой, делаем небольшую паузу. И потом правая играет 4 ноты. Это до диез, си, до диез, фа диез. В этот момент левая должна держать октаву. Дальше опять левая нажимает октаву ре. Правая играет уже 5 нот. Ре, до, диез, ре, до, диез, си. В этот момент левая держит октаву ре. И вот что у нас получилось в первом кусочке. Теперь учим второй кусочек в правой руке. У нас опять будут три ноты, которые мы играли в конце первого кусочка. Помните, это ре, до диез, ре. Дальше мы играем фа диез. Сделали паузу. Потом си, ля. Еще раз повторяем си, ля. Дальше нота соль, но в ключевых знаках соль диез. Поэтому играю черную клавишу. Соль диез. И опять повторяем си, ля. Сейчас показываю пальцы для второго кусочка. Помните, в прошлом кусочке мы играли ре, до, диез, ре, четвертым и третьим. Сейчас играем такими же пальцами. Четвертый на ре, третий на до, диез, четвертый на ре, первый на фа, диез. Снимаем руку и опять от четвертого. Четвертый на си, третий на ля. Опять четвертый на си, третий на ля, второй на соль диез. И снова четвертый на си и третий на ля. Принцип ритма у нас будет как в первом кусочке. У нас опять две быстрые ноты, шестнадцатые, стремятся к третьей. Вот так, раз, два, три. Это я сыграла ре, до, диез, ре. На ре четверти остановились. И на фа диез четверти остановились. То есть вначале у нас такой ритм. Раз, два, три, остановка, четыре, остановка. Сделали паузу. И опять у нас две быстрые ноты стремятся к третьей. Это две шестнадцатые. Раз, два, три. Это у нас си, ля, си. Но на си мы уже не делаем длинную остановку, потому что это восьмая. Мы продолжаем играть вниз. Ля, соль диез, си, ля. И только на последний ля на четверти мы остановились. То есть в концовке у нас такой ритм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот в этих семи нотах самые быстрые это первые две. Дальше мы играем чуть-чуть медленнее и на последний останавливаемся. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На седьмой остановке. И вот что получилось в правой руке.
учим левую для второго кусочка, и мы опять будем играть октавами. У нас будет нота си и си через октаву. Нажимаем вместе. Дальше у нас ми и ми через октаву. Затем написано ми диез. Но так как возле ми нету черной клавиши, мы берем соседнюю ноту фа. То есть нота фа также называется ми диез. И после этой ми диез мы переходим на фа диез октаву. То есть фа диез вверху и фа диез внизу. Кстати, вот с этой октавы мы начинали в первом кусочке. То есть мы к ней и пришли. Еще раз повторяю, левую это си. А потом мы подряд идем наверх. Ми, ми диез, фа диез. И как обычно, все в левой мы играем первым и пятым пальцем. Соединяем правую и левую во втором кусочке. Опять руки будут играть по очереди. Начинает левая, октаву си. Потом четыре ноты в правой. Это ре, до диез, ре. Опять отдельно в левой. Это октава ми. Дальше правая играет си, ля. А на си мы уже берем октаву ми диез. Вместе. Играет правая ля, соль диез, си. И на последнюю ля мы берем октаву фа диез. Вместе. И сейчас сыграю, что получилось во втором кусочке. Мы должны опять повторить наш первый и второй кусочек. Но единственный момент, когда вы будете начинать повторять первый кусочек, помните, в левой у нас в первом кусочке октава фа диез. А сейчас при повторе вы уже фа диез не нажимаете, потому что мы, когда завершали предыдущий кусочек, помните, у нас было... Мы уже пришли к фа диез, поэтому повторно ее нажимать не нужно. Мы сразу начинаем играть первый кусочек правой рукой. Вот так, до диез, си, до диез, фа диез, ре, ре, до диез, си. А дальше повторяем второй кусочек. Затем учим новый третий кусочек. Рассматриваем правую руку. Играем соль диез первой октавы. И идем наверх. Ля, си. Теперь поднимаемся от ля, ля, си, до диез и спускаемся подряд вниз. Си, ля, соль диез, фа диез и скачок на ре. Играть будем такими пальцами. Начинаем со второго соль диез. Третий на ля, четвертый на си. Снимаем руку и опять играем от второго, от ля. Второй. Третий на си, четвертый на до диез, третий опять на си. А дальше мы уже не второй используем, а первый палец на ля. Поворачиваем третьим на соль диез, вторым на фа диез и пятым на ре. Теперь показываю ритм. У нас опять две ноты шестнадцатые стремятся к третьей. Вот так, раз, два, три. Мы поднимаемся наверх. Соль диез, ля, си. Остановка на си. Дальше опять две ноты шестнадцатые стремятся к третьей. Раз, два, три. Это ля, си, до диез. Но до диез уже не четверть, поэтому на ней мы не задерживаемся, а спускаемся подряд вниз. Просто играем чуть медленнее. Си, ля, соль диез, фа диез. Остановка на фа диез, это четверть. И на ре, это тоже четверть. Сейчас еще раз повторю ритм. Мы вначале считаем до трех. Раз, два, три, остановка. Потом пять. Раз, два, три. И сразу четыре, пять, шесть, семь, остановка. Восемь, остановка. И вот что получилось в правой руке. Теперь разбираем левую для третьего кусочка. Я сейчас вам напомню, что у нас было во втором кусочке. Помните, у нас была октава си, а потом мы поднимались наверх. Это было ми, ми диез, фа диез. А дальше сейчас в третьем кусочке мы опять поднимаемся наверх. То есть мы продолжаем идти наверх. Это будет октава соль диез.
потом октава ля, и спускаемся вниз по тем же нотам. Это опять октава соль диез, фа диез, уже просто ми без диеза и ре. И как обычно мы все играем первым и пятым пальцем. И у нас в левой получилось это соль диез, потом ля, соль диез, фа диез, ми, ре. И также я сейчас покажу ритм в левой руке. У нас в начале соль диез это половинка, мы делаем остановку. А от ля у нас идут восьмые, поэтому мы будем играть быстрее. Ля, соль диез, фа диез, ми, ре. И только на ре останавливаемся. То есть от ля до ре мы сыграли все с движением. Раз, два, три, четыре, пять. Остановка. Соединяем правую и левую в третьем кусочке. Две быстрые ноты играет правая отдельно. Раз. Два. А третью соединяем с левой. Три. Это си и соль диез. То есть мы сыграли раз, два, три вместе. Дальше опять две быстрые в правой отдельно. Ля, си. И до диез и октава ля совпадают. И сейчас очень важно, мы синхронно будем играть правой и левой вместе. И руки будут спускаться вниз синхронно. Это до диез и ля. Потом ниже си и соль диез. Ля и фа диез, соль диез, ми, фа диез, ре. То есть мы просто сыграли все вниз синхронно вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Пять нот и пять октав влево. И отдельно правая доигрывает ре. И сейчас сыграю, что получилось в третьем кусочке. Спасибо всем за просмотр видео. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Ссылку я оставлю в описании под этим видео.